Он говорит, вот легко. А когда люди хотят пойти в 5-8, в 6К, он говорит, да ну, вагонами мы не сможем убить. Я не говорю, что вы не сможете. Тебе легко. Нет, тут вот именно, видишь, ты, блядь, ну, говоришь, ну, глупость, потому что я тебе объясню, почему даже. Я говорю, что так опыт, потому что все бисовые. Тут нет, потому что люди, блядь, пизду. Олег, не заходи тут, ивент идет. Люди идут вагонами, блядь, без сокета, без чарок, он одел, блядь, себе шмотки, он даже не потрудился их ставить, сокеты, чарки, бля, ему похуй. И вот он хочет таким персонажем идти, а я не хочу, потому что я сажу каждый рейд, я пью припоты, пью фласки, я хочу выжимать максимум, блядь. Если этот человек, ну, блядь, не хочет выжимать максимум, то пускай, блядь, своим твинком фармит, бля, яму вверх, блядь. Либо нормально его, блядь, сделает, и тогда ходит в нормальные рейды, блядь. Вот в чем я веду. Хорошо. Вы не спускайте, сейчас Ивен гребаный багается. Идите все вниз. Пока, да, Роджер. Тяните ногу. Просто как это, блядь, 25 герц идет человек магом, блядь. 3-5 кгс, блядь. Бедный маг. Сделали, короче, нормальный этот самый, блядь, урон, чтобы нормально боссы всекали по рейду, блядь. Сервер 10 лет. Всекают на рейды фулгирные, поэтому мы все проносим очень легко и быстро. Нету двух вихрей на боссе, на ребре. Вы где-то, я вам конечно, что у вас, если вы не хотите сложности, всегда есть возможность отключить баф, но вы это не делаете, и потом все равно жалуетесь, что что-то, блять, нахуй не то. Вот хотите сложности, зашли целка, отключили баф и пошли, но вы этого не сделаете, потому что это сложно. Так нахуй говорить, что, блять, сука, надо, блять, с что-то сложного. Вот я, это вот бесит. Я так-то, блядь, ходну. Я только за анбаф голосую, бля. Я пойду в баф. Мне вообще похуй. Порпи, вернись, за тобой таракан бежит. Просто если вы хотите в натуре что-то сложного, то не надо, короче, я это... Ты помнишь, за кем тараканы бегают? Да-да, кто там хочет-то сложностей? Я помню времена, когда, блядь, боссы дамажили намного больше. И был на форуме, блядь, тема создана, что, блядь, по... сделайте боссов нормально. Еще раз урон, повторяю, вы можете снять баф целка, и боссы будут дамажить на 30% больше по тебе. Так нахуяк, бля, и все. Слизень подбежит к тебе, нет, там надо будет сбегаться 3 человеком, чтобы не упасть. Надо будет сбегаться человек 20 на профи, чтобы не упасть. Вот сложность. Отключи от баф. Сними разговор. Назер, давай, пей. Так никто не хочет со мной это солчата ходить с, от 5-8, когда я собираю 25 герб, мне говорят, типа, ты неадекват, почему ты такой вес маленький берешь в рейд. Пуляй босса. Вообще, чтобы вы себе понимали, первый профессор Мерзоцит был убит рейдом 5-9 без бафа. Без бафа рейдом 5-9. Я понял. Учтем это. Ну, не помню, как он был убит, но на фебле... Топайте по профу. На каком это сервере был убит? Топайте по профу. 86. 85. В том сервере 8. был убит или чё? Тво в циркл. Нет, играть, это был офф в сей сервере. Какой это был циркл? Офф и был. Офф циркл, это офф. Это нормально. Давайте, убегайтесь в череп. А, тогда я был вирджином. Оф, ночи. Переводим. Какая сейчас разница? В чем смысл обсуждать это все? Давайте, на ком зеленый добав к столу. Играйте по дебафам. А в петах-то боссы больше всекали, кстати, думаю. Сбегайтесь в квадрат, сейчас у вас откинет всех, сбегайтесь в квадрат. Сбегайтесь в квадрат в центре, блин, спала метка.
О, правильно сделал. Молодец. В звезду сбегайте все. Ретаргет красный. Ретаргет красный. Поп на человека какого-то там. Красный мертвый. Красный мертвый. Вот. А в 5.9 это был бы вайп уже давно. Без санан-баффи. Катамет, поднимай рогу. Топей лужи, блин, там 100% у тебя хп не больше. Слава, кинь по роге каску, протопал кукле. Красный мастер. Да. Килим. Рок 8. Сейчас пельмени пойдут. Он в звездочку, видите, где звезда стоит, опять спала. Бежали. Вправо бежали. Играйте в слизнюка. Бежали с цели зеленого. Кажется, на цели зеленого чума надо брать. Ну, с цели. 40%. Не переведем без красного. Давайте остановим, не бейте босса. Что там, мины позаливаем. Пойте гимна, ману пока. Дарксон, ва-ва-ва, полетел. Играйте все в красного. Убежали пельмени. Отведи профа от стола, сейчас кол, эти колбы пойдут. Три секунды колба. Воу, давайте к столу все. На ком зеленый добавь к столу. Блин, газовое ждите на Wild Magic. Давайте рост, не спальте куклу. Зеленый центр. Красавчик. Красный скоро ретаргет, ретаргет. Там 10к осталось. Интересно. Что-то легко, давайте упадем. Да. Нет, это дубик. Не было смены. Смены красного не было почти. Зеленый только поменялся. Включаем баф. Ну, баффи мы тоже не вайпимся, если топовых людей брать. Далеча не вайпимся, по крайней мере. Мне, короче, нравилось играть тут, ну, типа, ну, в 13-м году, в 14-м, когда, ну, не было вот так вот фугирных персонажей, блядь. Вань, да чё ты пиздишь, у тебя на X1 PvP уже были фугирные персонажи. Блядь, это была моя гильдия, которую я, ну, создал, блядь, которую я, ребята, делал, блядь, с нуля. А ещё до твоей гильдии, берсерки, когда существовали, нормальные берсерки. Которые приходили, блядь, в любой инст, блядь, и тупо всех вложили. Тогда, когда они, блядь, ширпотреб уже набрали. Это в каком году? 13-й, 12-й. Первый был 11-12 год. Но это еще было, блядь, на сервере X12. Это я еще, блядь. Потом X3, потом X1. На БГ бегал 49-й год. 49-й
Но это еще те берсерки, которые, блядь, действительно нормальные были, а не те, которые, блядь, пришли фулгирными, блядь, забили хуй и тупо, блядь, смотрели в этот рекаунт, блядь, либо в скаду, блядь, циферки эти папали, блядь, хилы, блядь, свой отхил, дамаги, пойдем, свой, хилы, блядь. Иди. И какой-то агрессивный. Он негативно относится к людям, которые папают на циферке. Давайте кружок. Валера, да, не правда. Да, берсерки, вот эти, блядь. Их знаешь, кто научил вообще убивать этого лича? Коноп. Коноп, наверное. Нет, не я. Это был тип, блядь, не помню ник. Майфрейм, Саша. Он был ИГМ нашей гильдии, блядь, на Альянсе, в Тавросе, блядь. Если бы не он, да эти берсерки бы никогда этого лича не убили. На первом убийстве был я, Коля Дримлол, Саша Майфрейм. Мы пришли, блядь, просто затащили. Там они просто, блядь, нихуя не умели делать, блядь. Они на личе там, блядь, на ловушках, блядь, вообще. А потом как починили комнату, блядь, и вообще одна гильдия, только моя, и убивала лича в 25 гере, блядь. Никто там больше не мог убить, блядь. Так, амнистия, квадрат, Эноран, звезда, Клота, кружок, Джулиан, череп, Войт, полумесяц, там, я не знаю, крест, Триси, идите. Контрольте там. Смотрим, что... Далеко. Ничего страшного. Ну, давайте квадрат убьем и тех пяти мобов. Так, звезду станем, давайте гнев небес, кольцо льда, играйте через звезду. Войт бы сказал, рослого бить. Пускай Войт и говорит в своих рейдах про рослого. Ну, убьем звездочку тактика. Кстати, вот этот Валера Венгерова до сих пор, ну, мы с Венгерова общаемся, короче, с Ромой. С Баелем тоже, блядь. Ну и я вот про которого ты, Мага, говорил, не знаю. Я его видел только один раз в рейде. И то он был просто как член в рейде. А вот Венгера, вот этот маг, вот действительно я видел как рейл. Ну он мастер этих берсерков так-то. Вот, и этот самый. И смысл в том, что, ну, с берсов даже, блядь, потом со старых я взял, блядь, в гильдию, там пару человек, блядь. А всех остальных я научил с нуля, блядь, играть нормально, блядь, там соблюдать тактику. Там берсов, как Венгерова забил, такие они забили. Надо там еще Айдар играл, может, помнишь, там, Айдар еще такой шаман был, его, ну, его брат. Да-да-да, топ-шаман всего циркова считался. Он там валил нормально, хильтил его. Раз вы так законтролили, то играйте в тактика всегда. Капельку на бур подайте. Можешь зубы еще кинуть на бурпа. Вот этот вот Айдар шаман, он вторым вот этим шаманом, которого практически пул уже одел. А он комнату три раза запилил соло один. Невероятнейший скилл. Как он до такого доигрался? А ты соло захилишь лича? Три комнаты. Да, этот, Валера, сейчас... Тогда были не те комнаты, тогда бомбы в комнатах не работали, вставал в уголок и хилил себе. Не, бомбы как раз... Это колл-стори подъехал. Уже починили. Форна, ДСРа там тоже. Топовые хилы в рейд. Да не, да можно дофигать. Но раньше люди играли вот в натуре, если взять старых игроков там, блять, они намного лучше играют, типа, блять, в плане соблюдения тактики, знания позиционирования вообще, ну, чем, блять, вот 90% даже нашей гильдии. Вон, ну, Оксана миссия была. Да, понятно. Пати фулбаф, я пошел, ну, запускать дистанцию. Я нормально играю. Да, это согласен. Деморанайзер, сакру дашь на первом вихре. За кинетикой следят. Дайте приступов. Его и наполовину. Следите за кинетикой, ШП, ХНП. Дай на пул этот хан Калдраму на меня.
Три себе, короче, как два каноба. А каноб... Как равно Войд. Войд, а вот если честно, без обид, только без обид, блядь. Вот каким классом ты умеешь играть, действительно... Давай во время трэша расскажешь, это сейчас Вихрь, Рейндж набрали, Сакру дали, до свидания. Сейчас посмотрим, кто, никто. Дали бафы Павару. Кинетика падает. Рейндж набрали, сейчас будет второй Вихрь. Пойду, отойду далеко, чтобы не умереть. Забью пока на ДПС свой. Вот. Забил. Никто не умер. Темная сфера. Насладитесь. Куча Блада, я еще не приловчился к нему. Ради когда-то на Афе, блядь, вот всем любителям Блад ДК, блядь, просто танчили, блядь, все нахуй. Блада там не было практически никогда в рейдах, блядь. Потому что Блад ДК только сделали танком после 3-2-0, когда улучшили МПшку и его стойку. Так что, типа, как-то так, в смысле, про танка его не было. Джиллиан, ты тоже в рейде? Я не шел, потому что я пошел в СА. И я задолбался уже в целка сидеть 5 часов вечером. Димон, Джиллиан, ты посмотрел Капитан Марвел? Еще нет. Но я прочитал. Полетел с его. Не, отзывы прочитал, типа, завтра пойду, бля. Хорошо. Какой-то нормальный, ты посмотрел уже? Да. Ну, ну такой средненький, прям все подготовка к будущим Мстителям, то есть... Ну, скажи концовку, как что-то произошло в конце не фильма. Понял. Не, я не такой. Интересно же. Могу тебе в ПМ написать? Там буду читать тогда. Ой, так, кому интересно... Могучий Вихрь. До свидания, маг. У нас вот не прожал незыблемость. Или КД была? КД, наверное. Вот сейчас я умру, скорее всего, потому что мы не добили. Нет, повезло. Кто умер, Мар? Катушка выпала, да? Нет, не падает. Я катушку у пугов забрал 25 герц, два токена забрал 25 герц. Я как заебался, что, как я допустил, что Войд стал паладином играть. Хекс, Войд, это... я к тебе по повторно задаю вопрос. О, кто там говорил, Хекс? Да-да. А, это тот тип, который отделался в нашей гильдии, ливнул и называл нас хуесосами, а когда его кикнули с кнутов, он обратно просился к нам, просил прощения. Это он, да? Я не знаю, может быть. Да, помню такого. Чел, который Мореца с ИВК говорил, что у него забагались, а потом с другого перса на аукцион установил. Да-да-да, это я тоже помню, Драгма скидывал скрин, там где он и релит, забирает рецепты Мерлина себе, которые стоили 5000, а в ГБ ложит рецепты с кожевника, который стоит 700 голд. Я вот тогда пожалел, не кикнул с гильдии за это, ну, за вранье. Надо было вообще его в гильдию не брать. Какая история интересная. А как там сейчас можно сделать, типа, двойной ЕП, чтобы скидать на другого персонажа? Ты должен надеть протовар для начала. А если в стеках? Что ты говоришь? А если он бис в двух стеках? Да, так может он делает двойное ЕП. Каноба. Ты меня хорошо на мне сам. Там каноба, по-моему, никому не привязанный. Ну, вы не привязали там или что, берете, привяжи мне. Я опять буду фармить ЕП, блядь. Харзу. А капа, по-моему, берете, привязывай, не? Не, капа к Magic Store. Чё, а кто занимается вот этими привязками? Войд, алло, братишка, ответь на вопрос всему рейду, блядь, перед всей честной гильдией. Каким персонажем ты умеешь играть на все 100%? Да никаким. Товаром.
Только один человек. Да, нет, что бойцы в принципе может дамажить варом, это все знают. Ну, варом он и хорошо играет, совой, паладином, БДК, мишкой. Совой он умеет играть. Не, собой... на уровне тебя где-то так играет. Ну говорю, ж хорошо. Он не умеет играть. Не знаю, почему там 18к давать. Ну, 17, вот варом, да. Варом, да, он может играть и в плане ДПС, а в плане вообще игры. Варом он может играть. А ну ты сейчас говоришь, наверное, за свой ДПС, но все-таки за игру. Это все хуйня, короче. Я помню, когда, бля, я Вайда когда-то раздуплял, как что надо не знать, блядь. Сука, как же они меня бесили, бля, я вам клянусь, бля, это был пиздец. Пьем на стойке. А, бафы надо. Слышь, Каноп, я тогда еще чему перехватом не умел выносить. Это было Агрить. Помочь, ты спорил. Мизантроп, поднимай, хламончик рейндж направили. Именно пристабав дайте, не флудите, блин, задолбали, не флудите, помолчите, пристабав дайте, поднимайте охламончик. Видишь, просто людям не весело и скучно, надо разнообразить CS игровой. Я рассыграл, блин. ПС, выноси метку. Кстати, Войс, кто тебя научил с Кирилл на себя, блядь? Меня вообще в гильдии, блядь, выносили лужу вправо, рейс двигался в центр влево. И четко. Не включай на Рексиса, блядь. Да это не на Рексис, я просто, знаете, как делал? Вот так вот поставил. Знаем, знаем. И рассказывал вчера. Там у гикады маны мало. 20% еще. Нормально. Надо лужу на лужу выносить, как будет завещал. А ты откуда? Я же смотрю за тайнами. Если будет грузовая, то придется быть серьезными. Покомандовать немного. А сейчас можно повеселиться, да? Ну это босс такой, где не надо ничего говорить, в принципе, все знают. Да, по-моему, три босса, на которых надо что-то говорить. Ну еще леди четвертый, блядь. Ну да, сурок, корабли. Ну, сурки надо говорить, а вы не базарите, нихуя. Потому что все увлечены ДПСом, все в рекламу смотрят. Дать эти 15к ДПС надо. Бля, он даже отключает РК, чтобы вы не слышали, как я стукаю по клавишам. Потом воды 16к. Да тебя никогда не слышно, когда ты стукаешь по клавишам. Такое ощущение, что ты, блядь, вообще там не стукаешь. Ладно. Только, блядь, Каноп умеет так. Что на сурке, что, блядь, на ребре. Дистанцию набрали, наверное, надо дать сакру. Дал сакру. Что-то я играю фул на биндах, понимаешь, у меня, ну, комбинации клавиш ебашу, как на фортепиано. Правда, ты просто нажимаешь несколько раз одну и ту же клавишу, поэтому получается такой звук. Да, такие есть. Там все так делают. Я мой славу подогрузил, он захуярил. Секунда, 1 секунда и 0,7. А я нажимаю со скоростью 3 раза в секунду эту клавишу, наверное. Все так делают, мне кажется. Нет, да, ну типа, у вас вот какие панельки забиндены? Потому что у меня даже боковые вот эти, что сбоку, блядь, они тоже забиндены. Я не вижу смысла пинда боковых панель ПВЕ, если дамажу только 4 клавиши у всех персов. Ну типа да, ну я типа понимаешь, у меня... Блин, забыл передать вкус. Я себе максимум упростил игру. У меня, например, блядь, типа вот если я иду там протопалом, у меня там... Диспел по фокусу. Ну короче, у меня дохуя всего там по фокусу. Ассиста на танка, например, блядь. Тогда станы там, блядь. Отдельно прописан, ну, прописанный макрос под печеньку метку, блядь. Ну типа. Как... Бля. Отдельно под другую метку не знаю. Там не то, что прописан макрос под печеньку, у тебя он прописан под первую вальку, типа Валькира Глашатай.
что прописать макросы под... Нет, вот это до пизды, потому что он может дать верхнюю, блядь. Так-то, ты не думал об этом? Нет, не думал, потому что он не достает без символа 15 метров наверх. Там 10 метров. Ну тогда да. Ну я думал, типа, я хуй его знает, я поэтому, ну, прописал через метки. Поэтому я даю, типа, стан, если, ну, ты замечал, я даю стан палом, только когда появилась метка. Короче, пацаны, вот, еще насчет твой, да. Вот, ну, Коноп, там, в 14 году мы с ним убили первая целка, мою Геру, Лича. Я там дамажил как нуб, короче. Ну, вот, убили. Ну, дальше что было там? Что-то разошлись там, Коноп, что-то... Вот в 15 году я пришел в адепты. Ну и что дальше, как бы я учился сам там, смотрел видосы, читал там что-то, ну, дамажил я там 14-15к фуриком, там, ну, трэш бил. Ну, потом научился там 18-19 давать. Ну, давал 20-ку там. Ну, как бы... смотрел видосы, играл на арене турнамент. Потом пришел сюда, Роман позвал гильдию. После арены любым классом мог играть свободно везде. Брат. Это бред, это читать, там смотреть. Просто зашел, почитал. Ага, надо этому. Роки 1400 арпа. Окей, все, погнали. Там этот самый, знаешь, Дима, вот с тем, кто играл там, например, блядь, этим армсваром в ПВЕ, ой, в ПВП, либо, блядь, фростмагом в ПВП, то, блядь, они любым классом заиграют, блядь. Ну, так, блядь, я играл варом все спеки. Фростмаг, если честно, в ПВП не очень сложен. Там, грубо говоря, ты дамажишь тремя клавишами, все остальное время у тебя на овце на контроле, на позиционировании и на рендже, ну, да, все. Ну там, блядь, сложно, блядь, Дима, с фростмагом, блядь, что бы ни говорили, фростмагом охуенно играть очень сложно. В натуре, так что... Я знаю, фростмаги это такое. Я тебе отвечаю, вот с ДЦ фростмагом играть, короче, это, ну, это просто пиздос. С ДЦ фростмагом, чтобы ты играл, это, блядь. Я не знаю, я просто не знаю, ну, типа, как можно объяснить ДЦ фростмаг, но он убивается вообще АДК ДЦ, АДК Хэпал, АДК Эршам, просто маг отлетает, там он ничего не может сделать, просто ничего. Он тупо стоит и хватает, что ДЦ, что маг. Как бы ты там скиллованным не играл, ты АДК вообще ничего не сможешь сделать за того мага. Я, блядь, бэм, Эрн, ты сейчас подрываешь сетапы, которые, блядь, антисетапы в большей степени, блядь, для данной тимы. Ты сыграй фростмаг плюс эрдру. Да ты нихуя этой тиме не сделаешь, абсолютно нихуя. Ты сейчас сказал фростмаг плюс эрдру против... Для тимы, самой популярной тимы, фростмаг плюс ДЦ, популярная тима относительно на нашем сервере, и называть для нее анти-тиму. 90%... Это все херня, блядь. Не знаю, про что вы говорите. Фростмаг ДЦ, вы что, ребята, ну, зайдем на логан первый. Зайдем так логом Кифор, Фростмаг ДЦ выше 2-1 не поднимается, их любой холивар раскатывает в ноль, просто в ноль. Вар просто уничтожает мага под фридомом. Я не знаю, про что вы говорите, какой нафиг, забудьте про магов. Ай, блядь. Холивары, 3-3-5, а это холивары. Да, холивары тоже не очень, блядь. Да я тебе говорю, выйдет вот, блядь, БМН, нахуй. Ты видел на Серкле вообще хоть на одном логане такую тиму, блядь? Смысла нету выходить такой тимы, потому что Холли Вар тебя разорвет. Кто смысл выходить такой тимы? Джерион выходил в свое время Энг плюс Протовар и раскатывал, ну, большинство. Да, мы были не одеты, но большинство мы раскатывали одетых персонажей. Да нет, да нет. Энг плюс Протовар очень легко эта тема убивается через кайт. Ну просто жесть, как легко она убивается. Ну ты ничего, ты надо просто разделить Вара и Энга, все. Чихнул, кстати. С колоннами то вообще срака, я не знаю, против кого ты там играл, но, блин, с колоннами, если у тебя, ну, на арене есть колонны, то все. Ну, пока. Энг и Протовар просто уходят в никуда. Джарион, я тебе скажу так, что...
На АТ в свое время, когда там еще играли Гидра, бля, нормальные пацаны, бля, они, ну, те бомжи, что потом наползли туда, блядь. То я тебе скажу, там топ держали, блядь, почти год, блядь, БМ, Н класса. Они, блядь, этих всех холиваров, блядь, ой, просто... Ой, на Вальку. Паладины, Трися, там есть у кого-то? Я уже в хиле. Понял. Я с вами по хилю. Так. Только два сезона подряд, когда Трини ввели только эти за... забрали профы, да, вот так вот было, забрали профы, когда на АТ забрали профы и ввели Трини 200 уровня, тогда да, тогда держали Энг и Бэм, я не спорю, потому что там они что-то сделали как будто с балансом, но я говорю в реалиях, когда тебе доступно РПБ под 90% в... ПВП, то Холи Вар уничтожает просто любого, любого. Да, ну типа, Димон, подождите, вы заколебали, сейчас поговорите через 3 минуты. Войд, спекайся в танка, вводи в хила. Не надо Войда в танка, там смысл танк. Я просто отпиваю ману, жду. Я ничего сейчас не делаю. Так, так я в хиле, да? Да, ты в хиле. Два полипала. Инеры, дайте мне. Два полипала, хорошо. Я посижу на рейде. Звездочку будем летать. Когда ты пьешь ману? Дайте иннер по звездочке. Все, я готов. А рыбка есть? Да, есть, кушай. Ой, крест при себе дай. Там, кстати, вот, ну, ты шаришь, БМ, Энг, там просто пизда, нахуй, я смотрел... Лево подавители. Вы либо говорите, но делайте все по тактике, либо молчите, я буду говорить. Потому что вы подавители не сливаете нихера. Просто я тебе сказал, типа, когда начал тащить БМ и Энг, когда Трини пофиксили, ну, убрали, да, профы, ну, это... Ну, вообще тоже там авар, ну, типа, этот... Авар, хипал особо не врывались. Понятно, я тебе говорю про сейчас, про реалии, когда ты вару делаешь 80-90 рейтинга пробивания брони, то никакая тима холивара в данном реалии на 3-3-5 не убьет вообще никак. Ну. Только зеркало. Джерион, а ты мне скажи, в те времена какие там энтхи и протовары играли, которые уже забили и ушли? И пришли на сервер абсолютно новые, тоже как и на нашем сервере, которые сейчас папают, блядь, на я 2300 брал. Какая разница, там. Может, когда ваши энхи с БМами тащили, там хуливаров нормальных не было, откуда вы знаете? Какую-то херню вы заведи, блядь. Он правильно говорит, потому что хуливар тащит только этим, шмотом, понимаешь, типа, в чем прикол? Но это убрали. И в одно время там был сезон, где были доступны только трини 200-го айлевела. Вот тогда, когда не было пробивания брони и так дальше, понятно, что холивар будет в жопе, потому что без РПБ вар, ну, говнецо, грубо говоря. Так же, как и кот, рога, все, кто зависит от РПБ, он в говне будет в ПВП, когда от него это забирают. Я не соглашусь. Вар, забитый в силу, тоже это нормально смотрится. Да, вар в силу, дамага, я не спорю, он нормально может сыграть, но не всегда. В основном у нас либо забиты в РББ холивар, блядь, либо кастеры. А против кастеров РПБ нафиг не надо. Не скажи, когда ты на мага залетаешь, у тебя 80% пробивания, и ты сбиваешь с него щит и овером 12000, это вообще прикольно. Либо хант, за этот, знаешь, отражение, блядь. Я играл вот с психом, в АДК маг, когда мы ему апали, когда ему вар пробивал его щит, он овером ему где-то под 11000 раз ударил, что, и он его сбрил с двух ударов, что я аж офигел. Ну, я протоваром дамажил 19к, мощным ударом щита, забитым в силу. Фрост маг. Геру попросили. Подавление справа слейте. Еще немного.
Не, справа. Гимн, наверное, на хп надо было спеть, да? Да, давали. Слишком далеко. Рано дали немного. Нормально. Какой толк от метки в порталах? Чтобы вместе летать. Ну, блять, я пока долетал, уже два портала собирали. Пал в метке собрал 12. Кто играет в WoW со звуком? Я. Для ты вы не поверите, ребят, вы мне сейчас ПМ пишет вар с ником Хекс. И что он пишет интересного? Ты где Каноба потерял? Ну тогда в ЧС. Я не знаю, в чем как суть. Вы можете играть в Волк со звуком? Это же пипец, как неудобно. Как можно играть в Волк без звука? Я понял, как, блядь. Ну, типа, ливнул Хекс и что-то там писал. Олег такой говорит, поменять Церцею и Каноба. Это, блядь, как поменять Роналду еще кого-то там на какого-то, блядь, долбоеба, блядь. Я не помню, кого-то. РП, он у нас на сервере не работает абсолютно на все 100%. Ты соберешь 1400, он не работает, как должен работать. Только со стаками, то, что вары вешают, тогда он только работает, как свои 100%. Но если судить с ОПА, он так и должен работать. РБ, нет, если судить с ОПА, собранный кап. Он, наверное, в Армении так же работает. Ну, в Армении это не ОП. Короче, мне этот, мне Хекс написал. Говорите, судить с ОПА. Вы что, все на ОПе играли? Ну, я играл, да. Я ушел с ОПА, когда там хату поставили. Я могу потом скинуть гайд с Армейна, вот где чувак пишет, и там точно так же дебаф от друида должен быть, 5 стаков от вары и 100% арпа. Ну короче, этот самый ушел с Софы, когда там поставили карту, там еще даже, ну Дима, вот, ну Дима там должен помнить, блядь, там еще русификатора не было, выкупаешь, да? Еще нельзя было русские ники писать даже, блядь. Когда я там играл, блядь. Кто там играл вот, в натуре, не должен знать, что там не было русификатора поначалу. Потому что ники были английские. Что касается полуэшного в нашем мире, то рез не работает. Вы даже сравните урон, который получает 1400 реса на нашем сервере X1 PvE и на X5. Да ну тут много чего, ну блять, понимаешь, тут нельзя равнять с Офой, потому что на Офе не бегало столько овергирных пацанов, ну типа на личе, они ну либо не поуспевали поодеваться. Кстати, да, тут можно согласиться, там ну, на блядь. Где-то в конце, может, патча появились овергирные пацаны, а сезон арены стартовал в марте. Блядь, Дима, понимаешь, тут вот овергир и, блядь, ну, тут, ну, они должны сами, ну, сами эти, ну... Овергир, ну, кто держит этот... но рез уже ведь должен работать. Не, тут не смысл в резе, тут смысл вообще, ну, в балансе самом. На Офе был какой-то баланс еще... Баланса на личе нету, потому что здесь есть такой персонаж, как ДК, который в большей степени антикласс для абсолютно всех кастеров. Так он и есть антикласс больше, для всех кастеров. Да, какой в большей степени? ДК это антикласс для всех кастеров полностью и для хилов. Балла. Для хилов я не соглашусь. Против любого АДК есть эргрейд. Который кто такое? Единственный хил, который что-то может сделать из захода.
все остальные. И тут смысл не в том даже, блядь, ты понимаешь, тут они должны были подумать, ну типа про эскалацию эту, я понимаю, что типа все заебись, они умножили там на жителей, блядь, и у них вышло, что там паладиновский щиток должен держать там миллиард миллионов урона, блядь, ну сука, ну они должны были задуматься о балансе между классами как-то. Ну, они, ну, я понимаю, они там к близлайку, ну, блядь, это на близлайке пробыло, когда уже пацаны были в таком гире, там пару, ну, блядь, вообще кропаль времени. Ну, ты сам, Дима, понимаешь, блядь. Тут сделали просто, ну... Все равно, Каноб, если сравнить X, Лич и сравнить последующие уже версии, Легионы, Панды, блядь, Катаклизмы, ну все говно дальше пошло. Ну тогда типа против лича. Самое типа... оптимальное это, блять, до этого, до лича еще, как оно там, блять, называлось? БК Burning Crusade. Да, 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 вот БК. Я, кстати, на Burning Crusade начал, ну типа в конце уже как раз, блять, перед 3.01, бля, я уже начал играть, ну на этом. Как раз должен был выйти 3.01, и я начал вот играть. Там вот самое оптимально и это было и по классам, и по ДПСу, и по урону. Абсолютно все за все спеки держались, ну, в принципе, нормально. Разбежка была маленькая. Протовар был топовым, блядь, танком. А сейчас у нас... Кстати, протовар не танк. Вот Джерри, он в курсе, блин. Не, Дима? Протовар пиздец? В почете был на Афе даже, блядь. Я же говорю, что он был в почете только из-за того, что БТК как танк можно было его использовать только после патча 3.2.0. То есть до патча 3.2.0 ты такой сидел и понимал, что БТК вообще никуда не годится. И понятно, что протопали, ну, эти протовары. Вы возьмите гильдию, первая убившая лича на Офе. Там не было БТК. Почему не было? Потому что там был медведь. Почему был медведь? Потому что медведь существовал еще на версии БК. Он первый закрыл полностью весь БК. Потому что близы БДК как там патча 3.2.0. Сколько мне это еще рассказать? 500? БДК уже потом, бля, я на Офе, если честно... Берем и открываем описание обновления. Ледяное прикосновение после 3.2.0 начинает регенить агро. То есть до 3.2.0 БДК был такой же слабый агронабор, как протовар. И все. Ну, потому что получается агронабор БК набирал только рунический БК, удар. Протовар был топовым танком. Это раз. Во-вторых. Если смотреть, был топовым танком, на ЛК после Мишки был протопал, потому что там всегда была Сакра, которая спасает рейд, и он всегда мог ассистить своему танку, ну, что протовар делать не мог. Если он еще мог себя диспелить, кинуть на себя щит, и самое основное, что почему танчил этот протопал лича, из-за того, что у него был ревностный, потом, ну, не дай бог, там два шарка еще его вызывается, протопал склеивается, а... Поставьте плюсы, если вам надоело, о чем они говорят. Не, все бы хорошо, просто говорите как-то по одному, не говорите вместе. Здрасте. 4, 8 плюсов поставили. 9 уже. Ладно. У кого есть пятый хил? Ну просто я думал, вам это не мешает никак. Обычно в моих рейдах скучно, никто ничего не говорит. Хил-аспек? Ну давай хил-аспек, если 5 хилов пойдем. Пушите рыбу. Сейчас раздам бафу на нориф. Простите, Синдрей, чек на фласке, это не мой ЮП. Сука.
несколько лет ты здесь. Монечка ждем. Паранайзер. Мы тут. Ну, погнали. Да я тут, я уснул просто. Хочешь, наверное, пойти спать, чем игра? Да ну да добью уже. Как ты под этот шум смог уснуть? Да легко, я такая работа. Да, меня же заблужденка надо не бить. Пятяшка сейчас будет даже сакру. Пиздец. Ставлю в центр. Не знаю. Сколько там секунд есть по АФКшек мне? 15. Нормально. Нет, ты бейте, блять. Крайнюю пробу. Катамет поднимешь рогу после взлетки. Ну, в смысле, сейчас прям. Приземлиться синдра, ты подними. Ну, подымай. Не стойте под... Пахните кулак по роге. Помогает, когда я говорю, что метки. Ну, тупым помогает. В центре бомб. Ну, это слепой. Слева. Крайний правый играть. Пасть с тобой. Боком попрыгнул. Крайний справа, там 300 кхп. Вот уже на к...
какая сейчас фаза будет. Дэп звездочку. Отошли от босса подальше. Звезду РД хилы. Под босса хламончиком великим звезду. Дали. Дали метку. По центру фрейма встань. Кидываем стаки, не бьем метку. Не бьем метку. Кого-то притянул, а он хлопнул в рейде. Этот ромбик. Сейчас посмотрю, кто это был. Давай под босса. Три хила освобожден. Это амнистия была. Играйте в метку, давайте рост. В сторону следующую метку. Вот метку в сторону. РДД метку Амелики босса. Нормально. А, давай Сакру, у нас 3 хила освобожденка. Элоран под босса, давай Сакру. Джулиан Гимн отхил. Я думал, просто на них не кинется метка. Ой, блядь, сука. Что, не выбежал, да? Почти выбежал. Торону выноси. Мизантроп брейдист. Отбежали от него. Он короче, тролль. Троллит. Что, добиваем так. Стойте под босс. Давайте просто постоим под боссом, добьем. Посмотрим, что выйдет. Я вот остался. И умер. Магия. Ну, магия добила меня. Нести 13к нахлопало. Рузул 53. Блять, это кольцо падает, все хд с ней. А тебе шею нужно? Нет. Ответ на удар. Третья фаза ниже 35%. Харзу 53к. По двоим людям написано. Так, завоевать. Че, в ретрике мне? Да. Это количество стаков, а не по двоим людям. Да, я всегда думал, что по двоим людям набило. Так, где этот... А кто где? Я... Томирот, сколько у тебя БРКД? Значит, кружок станет... US... Ромбик, катамет, трусы, деморанайзер, остальные по команде станет. Чек на ФК. Сейчас, две секунды. Сфукс, ты выпьешь фласку? Скалет. Принимай сумму. Сейчас приму, две секунды. Так, вот, метка на топ вара. Для всей тактики. Все, суманите, пожалуйста. Вот метка на топ РДД. Соблюдай все тактики. Олег, не шути так. Да не, я не шучу. Так, ладно, запускаю. Ладно, давай на себя поставлю, если неудобно. Давайте фулбаф по рейду. Там на хп кричите, стакайте расколы, проклятие косноязычие, хант, ромбик, иступление снимаем. На переходках гим по команде, инеры заливаем шаманом, потом говорит Ники.
замучил и погубил десятки тысяч душ. А у нас протопал откуда начинают танчить? Вот тут, где я сейчас прыгаю? Не знаю. Или с мелизоны? Обычно протопал стоит в мелизоне, ждет первую ловушку, потом отбегает туда, где ты стоял, и ждет первого шарка еще. Я бы так делал лично я. Остальные стоят там, ждут ловушку, и приходится всем перебегать, если на протопале первая ловушка. Вот. Кулак по коту, что-то там еще надо дать. Станом что? Ты ничего не станешь, пока не скажу. А, по диспелу, Black Lyle, по диспелю, пожалуйста. РДД перебежали. Паркущий. Так хорошо, что звездопад с пула отдаю. Так, чума, Клота, выбегай. Молодец, заменяй. БДК ловушка, там далеко проходите. Он как-то неожиданно сместился перед ловушкой. Звезду встали. Чего вы там перемигаете? Опять БДК ловушка. РДД тоже двигаемся, звездочку будем чуму выносить. На секунду, Никон, чума. Прожми незыблемость, выживешь. Так, ловушка сейчас, одна секунда. РДД перебежали. Так, шаркающий, ну, не зацепит, наверное, звездопад. Второй шаркающий. Снимаю вступление, хан шаркающего. Ловушка, РДД перебежали. Проводи дальше, протопал. 7%. Лови большого в этом шаркающего. Выклают чума. 5% до переходки. 4%. Милики, ловушка, давайте, смещайтесь, не улетите, проводи протопал. Давайте в звезду в виде лича. 2%. Блин, если на РДД будет ловушка, то миликам жопа. Нет, на миликам как раз. Давайте, на край все идем. Перевели, Микадо чума, диспел. Маба, забери, на нем чума. Сейчас поставлю метку, звездочку забери. Элоран, Парейда, чего вы такие невнимательные? Вы видите, что там трес с чумой? Джулиан, давай гимноману. Мизантроп, Энергикади. Тотемы поставили. СС Харзул на Бурб. Сейчас, да? Да, сейчас. Ну, сейчас оно будет падать по жнецом, сразу поднимется. Кильте хорошенько танка, БДК. Там жнец починили, сейчас он 300 тысяч наносит за секунду. Деморнайзер капельку кинешь на БДК. Две сферы, никто не бьет, придется мне побить гневом. Пинем. Пошли к личу. Милики, давайте лича, мы РДД добьем духа. Только Геру не давать у вас КД. Да, не надо давать Геру. Так, играем по валькам. Кота схватили. Вижу. Войд, Станя, Ромбик. Через ромб играем. С центра всем выйти, в подвале камень не стоять, Харзул, осквернение. Трусы добить. 200 тысяч. Пошли опять под звездочку. Так. Ладно, давай так, Станя. Осквернение выносим. Вперед, либо вправо, а можно и влево. Сакру дашь под осквернение. Ретрики поставьте ауру от тьмы, мастер ауру. У нас будет перевалька и осквернение. Так, выбежали. Ника на осквернение, отбежали от него. Давай сакру, играйте через кружок. Так,
Кружок стань Трисия. Кружок пытку. Пытку дали в кружок. Трусы теперь. Все в трусы играем. Так, спасли. Давайте пытка по ромбику. С центра всем выйти. Сейчас будет осквернение 5 секунд. Нинеры, если есть, заливаем шаманом нашим. Не види в центр осквернения. Пошли в звездочку. На другую сторону идем. Не при... Блин, ну, как-то плохо ходите по осквернению. Звездочку встали. Катамет подымешь этого ДК потом. Сейчас добьете валик, подымешь ДК. Играйте валик. Топ кливеров схватила. Замедлите ромбик. Пытку по трусам, пытку по трусам. Сквернение вальги. Отошли все отличия. Отошли. Поднимай айсфриза, встанешь после заражения. Давай, в большой луже. Вставай, заражение прошло. Идем вот так, в звездочку становимся, там где нет осквернения. 6%. О, отлично. Пропала лужа, давайте вот сюда. Этих валик надо слить, 4% не успеем. Потом будет искрение после третьего валика. Так, протопала, схватила. Трусы станет Трисия. С центра всем выйти. Попытка по ромбику, пытка. Чё так полетели? Алло? Давайте в ромбик играем. Тотемы там, эков поставьте, пытки. 15 тысяч престов в рейде. Где замедление? Все, давайте все на край к звездочке. Переводим меча. Катамет энергикальнее. Давайте все на край. Так, первого духа на пуль Ламруа, Куэс, второго духа Трисия будет. Играйте в звездочку. Могу только таунт прожать на визге. Ну я это имею в виду. Ну не в рейд, правда. Тупо, чтобы весело было. Тут слишком просто идем. Давайте второго духа играем. Цепь возможности диспель магию с БДК. Ну, не, лучше про то. Отдал звездопад под третьего духа, чтобы сорвать игру, умереть. На Элоране сейчас дух. Почему ты не можешь? Дай боб лучше по башу. Играйте в звездочку. Последний дух, это надо добить его. Ну, в принципе, можно и следующего духа убить. Дайте ему заморозку разума. Станы там, волшебные потоки, бейте в квадрат, сейчас поставлю. Вот квадратик. Так, что, можно раз после комнаты, да, дать? Давайте звездочку. Звездопад на КД. Пробежали. Далеко бежим, Сакру, давай. Больно-то когда? Ударила бомба. Все, мы в безопасности. Вы это не смотрите сейчас на звезду, я пойду звездопадом побью. Вот так вот, оба. Доставал звездопад по духам. Идем дальше. Так, ну можно роздать после комнаты. Давай, рост. РДД духа, милики босса. Веди потихоньку лечи, вводи. Катастрофа, опасная ситуация, лишний отведен. Все, отошли, смещайтесь к лечу. Вернее, 5 секунд. Вернение будет на Элоране. Элоран, Вердру, ой-ой-ой, как опасно-то вынес. Прямо Вердру вынес. Наверное, троллит его. Жнец на бурпе, надо прожаться. Звездопад.
Что-что? Игорь, кому давайте откатился? Ну да, и то, что откатилось. Повернул в мейджику, кидай. Кидай, и Кади, или Трисси, они хилят сейчас. Давайте, побежали. А, если бы я не сказал, что побежали, вы не побежали? Очевидные вещи говорю, да? А если бы ты побежал? Да, вот так и делай, что правильно все, Трисси, да. Не надо. Дамка звездопад, чтобы набить ДПС по духам сейчас. Надо убить лича побыстрее. Сколько там мы уже в рейде? Час 45. Последняя комната, наверное. Сейчас добьем, наверное. Добьем, да, говоришь? А вдруг из мини-зоны никто не выбежит еще? Вернее, мини-зона. Но выйдет. Все, не видим никуда оставлять тут. Ну, теперь можно добивать. Так и быть. Три ляма осталось. Жнец. Ну уже, чуть-чуть осталось, давай. Не, не хочу комнаты. Ура! Сколько минут прошло? Давно такого не было на личи. А до бирсы сколько было? Да хуя еще минут 5, наверное. Понятно. Это за 2 комнаты получается, нет? Ну да. Или за 3. Видите, там Джиф стоит. У меня панелька сменилась во время боя, я вместо таунта прожал на другой панельке, там Джипс. Сколько минут прошло с пула? Не знаю. Ты отлично их обучил. 10. С пула чего? С пула, Сендрей. Ладно, Вой, ты, блядь, под печатью повиновения из боя бил, что ли? Нет, почему? Ну, Валик. Тебя след... Сука. А чё? Сейчас. Просто смотрю, у тебя, блядь, в лича 4200. Ну, короче, это, блядь, на миллион меньше, чем я набил. Зато валькир у меня больше на 400 тысяч. Так я в одной валькире летел. Знаете, почему мне так пронесли быстро? Это все из-за ваших споров на каждом трэше и боссе, потому что вместо того, чтобы люди пойти АФКшить, они... заинтересованы в том, чтобы это послушать, они не могут встать с компа и на автомате еще бьют трэш и все такое. Вот. Не знаю, тут что-то... Я сам... Прокать буду. Несколько лет не сделаю, я не видел твоего протовара, не могу пока сделать. Даруй мне последнее благословение. Дай мне силу. Разбить эти оковы. Так. Да, гляну. 0059. Невозможно. Придется собрать престом РС-ку завтра, чтобы ПР не падал. Если что-то выпадет, то паролить. Так у тебя в любом случае ПР упадет. Ну, заберешь, то он у тебя и так упадет. А если ничего не заберешь, то у тебя после сброса упадет. Да, логики тебе не откажешь. У тебя не изменится только в том случае, если у тебя ГП не дадут. Ну конечно, на такой прекрасной ноте могу вам собрать ИВК, и кто-то пайрелит. В
зайду, выбил опять. Что ты говоришь? Сейчас зайду. Нет. Ставьте портал. Так, ну это оба на мейн ролят? Да. С Фокс обогнал на 30. Тимон, ты тут? На 30 сотен. Нет. Тебя. Если бы не отнял по ему, ты бы сролил. Ну, в классочку-то. Да пофиг, потом срол. Так, Крис. Надо было мне пароли стрелить, кто ж нормальный тип. Так, так, конь. Кому там коня? По усмотрению сейчас. Ты все, что ли? Ладно. Горите. Зантроп начал опять играть. Что, в Вуде будешь играть сейчас в ВК? Да нет. Чё? Не-не, не хочу. Будешь играть в ВК или нет? Или всё сегодня? Всем спасибо за рейд и спокойной ночи. Спокойной ночи. Ренивал, ты где ж опять глянул на меня? Вот ты...